Уборка территории в машине. Все чаще задумываюсь, чем лучше, блин, пылесосом или все-таки щеткой убрать. А че у тебя ноги такие мокрые? Прямо это хлюпает. А это мое новое личное ноу-хау. Что случилось? Это, как говорится, как отпарить ноги. В смысле, зачем ты их отпариваешь? Ну, допустим, пятки трескаются, носки мочишь, они вот в мокрый носок, нога распухает, ну, как бы распаривается, а потом просто смываешь, и все, и мягкая кожа получается. Кремом какой... помазал, и все. Какой кошмар! А что это, опускать ноги в тазик, сидеть, что-то там ждать, ну, пока не распарится. Да, я, кстати, носки это... намочил, и все. Я просто заметил, когда, допустим, вот работаешь, перчатки одеваешь, а, руки и распариваются, вот, размягчаются. Да, и они вот, получается, начинают, там вот вода попадает, и потом их снимаешь, и они такие мягкие, все эти трещины как бы вот разбухают, там вся грязь вымывается, очищается. Я думаю, а что, носки намочил, и нормально. Это ужасно, Рушан. Одно дело, знаешь, когда в тазике ноги паришь, у тебя потом, знаешь, ноги, даже усталость уходит с ног. Ноги не устали, поэтому... Можно, да? И так. Ну, нет, действительно, оно вот получается потом прям как у младенца. Белый-белый-белый получается. Вот я не знаю, от воды что ли это. Вот смотри, да, вот я ездю, да, вот у меня нет вообще там чистенько, все аккуратненько. Вот ты же ездишь, ну, ты вообще-то поросенок. Я с Патриком здесь ездила. Все, с Патриком у нас закончены поездки вроде бы пока. На время. Там уже будем смотреть. Сейчас нам лекарства выписали. Кстати, уже меньше кашлять, намного. Буквально вчера утром таблетку, вечером таблетку. Вот утром заходил уже. Гад не хочет их есть. Вот. Есть не хочет? Не, а ему уж приходится туда запихивать, он выплевывает. А, таблетку есть не, да, хочет. Ну и ладно. О, дядь Коля к нам идет. Выбрали для мамы холодильник. После транспортировки холодильник также, пускай 3-4 часа постоит. А сколько привезут? Какое время? Сейчас, может, они уже грузят? Ну, не грузят, машинку. Но по маршруту, ну, будь, поедет по Павловской сначала, а потом периферии. Ну, да, машинку, да, мы сами забираем, оказывается. Я понимаю, я мне сказали, холодильничек по маршруту, водитель едет, он будет вам прозванивать однозначно. Ну, спасибо вам большое. Вам. Хорошие здесь продавцы. Да, мне звонили, тоже спрашиваем, как продавцы обслуживают. Кому звонили? К тебе звонили? Когда пустого холодильник пил. Я думаю, все было замечательно. Сыр, да, и вообще. Мы смотрим маме холодильник. Ну-ка, вот этот LG, да? Да. 33. Как там идет? Ну, вот тут. Угу. А что там это внизу? Морозильная камера как сделана? У того холодильника, ага, вот у этого мы смотрели, как вот у меня есть такая узенькая. Угу. А здесь, видишь, нет. Угу. Ну, тоже хорошо так выдвигаются, прям до входа не вылетают. Угу. Хорошенько. Вот разница, да? Одна и та же модель. Из-за цвета. Из-за цвета. А нет, в принципе, не одна и та же модель. Нет, почему одна и та же? Другая. Да? Угу. Угу. Ну, сейчас акции, скидки везде. Конечно, не факт, что это скидки, но все же приятно. Все равно мы ведемся на это. Дорогой. А, кстати, будут когда свой холодильник широкий, да, покупать? Он мне советовал взять вот этот холодильник, он говорит, классный. Широкий, смотри, какой. Но... А вот здесь, смотри, тоже какая штука классная. Но мы привыкли уже, что постоянно пользуемся чаще холодильником, а он как-то внизу, ну, не очень, да, удобно. Ну, он бы как-то вот от этого всего отвыкли. Угу. Посмотри, какая морозильная камера. Подожди, у меня фокус потерялся. О, нет, потерялся. Мне казалось, что сейчас уже такие не делают. О, подожди, у меня фокуса нету. О. Да не нету, да, ящиков? Интересно. Ящиков нету. Да, неудобно. Даже рыбу заморозку неудобно. Ягоды как-то. Угу. Какой холодильник выбрали? Мама выбрала. Смотрите уже у Кристины на канале. Сейчас ездил? Да. Загрузили они? Да. О, круто, видишь, и
Не надрываемся, да? Посмотри, 100 тысяч рублей, как у нас был телевизор. Ну, не совсем, чуть поменьше. У нас вот сверху. А мне кажется, у нас, наоборот, побольше было. С ума сойти. Знаете, как глаза у меня болели? Мы жили в однокомнатной квартире, у нас был огромный телевизор. Угу. Получается морозилка? Вот это морозильная камера идет, а это уже холодильник. Ой, да? Вот здесь еще более-менее, но вот здесь... А, нет, какой-то мы другой смотрели, он прям совсем такой узенький был. Угу. Но ну, они, кажется, закрываются так. Плотно, да? Да, как-то сами вот притягивают. Вот такой я изначально хотела. Кристина хотела себе такой холодильник. Ну, мой удобный. У меня вот этих три ящика. Они такой широкий, едва узенький. Угу. Я прям довольна. Я очень довольна. Даже сейчас вот консультант говорит, как это холодильником довольна. Я говорю, очень довольна. Хайр. Че, пойдем еще раз глянем на мамин холодильник. Они меня завели, представляете, вот сюда. Вот туда, Кристин, стой. Вон я ушла к тебе коробке, туда и туда ушла. И там стоит 8 холодильников, как мама выбрала. Он говорит, ткни пальцем, какой нравится. Я говорю, вот этот. И он пошел его брать. Это как это, какой это лотерейный билет, блин. Было. Ну да. Вот именно эти? Да. Красивый холодильник. Хочу немного о клумбе своей рассказать по поводу укрывного материала черного. Он уберется вот так, вот немножко вот этого не будет, он вот прям под розу уйдет. Здесь будет у нас, планируется бетонироваться, не знаю, бетонироваться, либо что-то из формы делаться. Там уже мы посмотрим это все, не сейчас. И засыпать сверху, я буду на этот укрывной материал, я буду засыпать сверху камешки. Планирую белый, там уже я не знаю, как получится, но хотелось бы белый. Белые, сами видели, они очень дорогие, да, мы показывали, либо рассказывали, не помню. Так, естественно, я не оставлю, просто сейчас все бешено подорожало, и у нас есть заботы куда гораздо важнее, чем эти камешки. Нам нужно строить... Ой, котята, вот они, кто спрашивал. Вот они бегают. Блин, видно, нет? Вот они. Киси! Вот они бегают, котята. Живы, здоровы. Показывала белого, да, а сейчас вот они черненький и рыженький носятся. Это из-за сетки не видно. Это соседи, видите, от индюков нас защищают. Повесили под одеяльник, потому что индюки сюда перелетают. Именно вот с этой стороны, вот сюда вот они перелетают постоянно. Но я сказала, говорю, это не важно. Не на огород же летят. Хотя на индюки на огороде много чего могут съесть. Да? Так же, как и гуси, да? Все съесть. Быстрее, я бы сказал. А, да ты че? А, ну вот поэтому, наверное, они и переживают. Ну ладно. Вот. И потом уже со временем потихонечку, не все сразу. Потихонечку и закроем, и будет клумба. Достаточно красиво. Просто ограждение у клумбы. Я еще не знаю, как сделать. Я думаю, я смотрю картинки, мы ездим и по городам, и вот в станицах я смотрю, как у кого клумбы сделаны. Но пока мне ничего не подходит и не нравится. Так что буду продолжать искать вариант более симпатичный, который не то, что симпатичный, главное, чтобы, как говорится, мне нравилось, потому что мне ухаживать за этой клумбой, и мне надо, чтобы меня устраивало. По поводу этих роз. Я знаю, что они должны быть на земле, что они как-то по земле плетутся или как, но видела много раз у нас в станице эти розы, они их сажают в колеса. Ну, как правильно, колеса, да? В покрышки, да, вот в эти вот от машин. И они оттуда, а какая разница, либо я в колесо ее воткнула, либо я вот в этот, вот в этот держатель. Просто у нас такие дожди. Жалко то, что дождь прибивает эту розу, и она становится просто никакая. Она становится вся грязная.
И поэтому немного вот так вот защитили розу. Я знаю, что она потом все равно ляжет, она будет расти все пышнее и пышнее, и она ляжет на землю. Но все же, пусть потихонечку. Вот этот шар, я не знаю, что с ним делать. Обрезать. Я просто не помню, что Кристина с ним сделала. Я сильно ошибка не смотрю. Он полностью весь, смотрите, распадается. Либо я его буду убирать отсюда, потому что мне он здесь не нравится. Он вообще здесь не нравится. Хотела вообще, у меня по плану было эту клумбу сделать чисто из роз, чтобы у меня здесь были только розы. Вот. Так что буду думать потихонечку, смотреть, а вот это вот сделать, быстро все сделать. Я не хочу так, я не люблю так это все делать. Торопиться мне некуда. Так что я не тороплюсь, я думаю, я ищу варианты, когда время есть. Смотрю, присматриваюсь. Так что вот такие вот дела. У нас сегодня хороший день, отличная погода. Что и всем желаю. Так что всем хорошего настроения. Короче, чувствую, я не выдержу. Не могу больше. Хочу очень сильно руж. Ого, он как покраснел. Давай заберем его. Он может. О, нет, внутри, мне кажется, не зеленый. Да, съедим его. Нормальный. Вот конечно. Зеленый. Да? Ну да. Ой. Никогда слюни отопадаешься. Давай еще китайский огурчик возьмем один. Вот он. Нет, этот маленький еще. Вот он, да. А не вот. О. Гигант. Нифига себе. Не гигант, а гигант. Гигантище. Это прямо это, бейсбольная бита какая-то. Капец, он, они вкусные. Вкусняшки. Такие мы ночные, жорики-обжорики. Это здоровое питание. Да, ага, здоровое питание. Так, надо, наверное, нашу принцессу попоить. Да. Ты все подобрела, Хрюнь? Ты подобрела? Да. Ты стала добрая. Ой. Все, сейчас прохладненько вечером, хорошо. Ты здесь все делаешь. Ой, дерутся. Ой, не делитесь. Интересно, если я сейчас... Да, они хрюхают уже. Если я сейчас его поглажу, она рванет ко мне? Тихо, малыш, убегай. Все, спрятала, видишь? Спрятала эти сиськи. Скажи, буду отдыхать, ничего не знаю. А, не опять. Мамка, дай сиську. Ой. Все равно достанет. Да, все равно достанут. Все. Одни попки торчат. О. Так, попки. Одни попки. Ай, не могу. Котлетки. Котлетки из свининки, кстати. Раньше как-то не очень, а сейчас уже все понравились. Да? Распробовали. Ну да. Может, потому что это наша свининка. Кстати, ты заметил, у нас сегодня ужин будет все домашнее. Все наше, все свое. Все наше, все свое, все с огорода, все с двора. Лук, огурец, помидор. Знаешь, что нам осталось? Картошку ты забыл показать. А, вот. Картошка тоже наша. Пюре наше. Знаешь, нам осталось соль начать добывать. Соль? Да. Ага. Вот смотрите, сколько у нас гостей. Поэтому у нас закрыто здесь сейчас все. А они вот эта москитная сетка, она не знаю, не помогает. Пролазят они все равно. Слушай, а может мы этот завтра же поедем полоску, за может раптор купим? Какой трактор? Ну можно и трактор купить. Раптор. Он же у нас стоит, он не раптор? Нет, который в розетку включается.
И тогда можно будет окна открыть спокойно. Фумигатор по-другому. А на собаку это нормально? Он не действует на животных абсолютно. Включаешь его в розетку и все, и можно спокойно это. Они лететь просто не будут. Вот, кстати, вот мы сейчас реально можем завтра приобрести, он недорогой. Вот, и мы наглядно посмотрим. Я раньше тоже таким пользовалась. Насколько вот он. Потому что вот бывало в квартирах, когда комары, да, невозможно спать. Вот люди ставят, вроде бы и детям даже ставят. Угу. Действительно, что-то я не додумался, а? Воткнул и не сидишь вот так с этими закрытыми окнами. Ну, надо бы попробовать, потому что невыносимо душно. Здесь у меня получается хлебушек, я корочки беру, молочком заливаю. Получается молоко, хлеб Кортин молоком залила. И что у меня там, специи, соль, перчик, лук. Лук режу, стараюсь всегда резать. Ну не всегда, но в основном стараюсь я резать лук. Сама нарезаю. И что еще? Яйцо. Все. И свининка. И котлетки получаются вкусные и аппетитные. Так что, наверное, мы будем начинать уже ужинать, потому что пока эти доготовятся. Что, ну, майонезом, понятное дело, или маслом? Майонезом, конечно. А чего? Майонез. Ну потому что нет, не хочу я масла. Кстати, лук тоже наш с огородом, этот красный. А я же сказал, все наше. Я знаешь, если честно тебе скажу. Хотя более-менее. Раньше лук такой был прям сочный. Куда он упал? Лук сочный такой был. Прям вот режешь его, он аж брызжет в глаза. А сейчас что-то такое, лук сухой. То ли сорта пошли, то ли чего-то. Угу. То ли... Хотя мы в прошлом году мы хорошо поливали. И все равно он не был таким сочным. Где моя супер крутая ложка с идеей? Что уже это дым, да? Ну да. Я хотел показать, у нас вот такая фишка есть. Не увидела никого. Рушана, ты показал помидор, который сорвали? Да. Нифига он не зеленый. Кто мне сказал, что помидор будет зеленый? Нормальный помидор. А вот огурцы, именно китайские огурцы, они, знаете, у них даже цвет внутри такой интересный. Они как слабенькие. Зелени не хватает, я туда не пойду. Уже. А тебе какая зелень нужна была? Никакая. Я не хочу. Одно и то же надоедает. Зелень это. За укроп пойдешь? Нет. А потому что он уже там в зонтике пошел, он уже не ахти будет. Нет. Кстати, вот укропа для соления беру, у тебя тоже предостаточно. Это самое главное. Угу.